ставим лайк, 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 лайк. Мало лайк, быстрее ставим. Так, друзья, быстро ставим прямо сейчас лайк. Давайте прожимаем, прожимаем, прожимаем. И подписываемся все на канал. Быстрее, 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 быстрее. Да-да-да, быстрее, ребяточки, прожимаем на колокольчик. Как вы знаете, это очень важно. Это максимально важно и влажно. В общем, дорогие друзья, это еще вопросик дня, да? В общем-то... Что забыл? Мой забыл. Короче, знаете, что у нас сегодня будет игра Among Us, Ананас. Мы вас всех, да. Вас, любим вас. Унитаз. Да, унитаз. Смотрите, такой говоришь. Короче, если бы вы были бы, играли бы в эту игру, кем бы вы были? Мирный игрок, мафия, да. Либо комиссар. Да. Майя комиссар. Ну, слушай, комиссар, я тогда мафия. Майя, сейчас тебя... Смотри. Чисто тебя в подмышку ножичком. Тыч тебе жбенчик и все. Кстати, друзья, у нас небольшое объявление такое от Ма. Да, ребятушки, я хотела вам сказать, я слежу за каналом и слежу за вашими комментариями, и вы часто пишете, что у меня нет видео, где же Ма, куда она пропала. Ребята, не волнуйтесь, я остаюсь на канале, я никуда не уйду, просто у меня небольшие проблемы со здоровьем. Я их решаю, поэтому я сейчас буду чаще появляться на канале, поэтому ставьте лайкос за эту новость, я надеюсь, вы рады. Ну, надеюсь, рады, короче. Ладно, все, Ма, погнали, короче, там Людочка ждет, мы сейчас будем играть в Among Us. Among Us, ребятушки, сейчас... Ананас, короче! Вот так, здравствуйте! Молодец, кто будет предатель? Ма, по-любому ты, короче. Лёська, здравствуйте! Достили Людмила. Так-так-так, огломончики. У нас третья часть игры Among Us Ананас. С нами новый игрок Нубик. Все остальные старые — это Хакер, Гайка, Май, Евген и сама я. И мой любимчик, мама Мия, собственно... Мой любимчик. Ма, прикинь. А торжественно клянемся ставить только лайк. Все, вы торжественно клянулись? Ма, ты клянулась торжественно? Сегодня я всегда торжественно лайк. Клянусь, что замышляю только лайк. Все, отлично. Хакер, здравствуйте, вы как, с нами? Я буду читерить. Если я буду мафия, я буду видеть сквозь стены. Даже если я буду мирный, я тоже буду видеть сквозь стены. И узнаю, кто предатель. И помогу ему. Ма. Тьфу на тебя, Хакер, вообще не хочу с тобой дойти. Вообще, Нубик, как у тебя дела? Ты с нами играешь первый раз? Вау, здравствуйте, я буду играть. Если что, я мафия, я не мирный игрок. Мам, ты перепутал. Короче, понятно, все с ним. Мы, не спрашиваем. О, мама мия, байтали. О, мама мия, байтали. Я сделаю суп из вас. Ма. Ты чё, мама мия, такое оскал? Ты от тебя первый раз такое злой. Ма, капец, слушай, тут все агрессивно настроены. Хакер агрессивный, мама мия агрессивная. А Гайка чё? Ох, винчики-шурупчики. Я вас круто в прошлый раз почти обыграла, да? Держитесь, в этот раз я доведу дело до конца. Ма, ну все агрессивно настроены, я не знаю. Ну прям что-то все вообще что-то на взводе. Ну шо, ребят, вам крышу просто снесло. Все мы одни добрые, походу. Ма, мы с тобой реально добрые. Ма, вообще капец. Ладно, все, мы погнали. Все, походу, дело сегодня будет максимально жаркая игра. Так, все, садимся, мы погнали. Все, запускаем. Ма, ну слушай... Ты видела? Ракета начинается, что? Ты видела, Ма, все агрессивно просто настроены, я не знаю, да что вообще, это происходит. Вообще, я в шоке просто, я не понимаю, что они все взбесились. Походу, эта игра сорвала им крышу. Ма, эта игра всем крышу в Ютубе вообще сорвала, все в ней играют. Крышесносная игра, все играют в эту игру, это вообще тренд сейчас на Ютубе, если что, ребятки. Да, ребята, вы знали, нет? Вот если не знали, то узнайте. И, короче, знаете что, не смотрите никого, смотрите только нас, у нас самый лучший. Ма, ну все, я лечу и вижу планет. Майнкрафт. Вперед! Значит, это на космическом корабле. Отлично, все в сборе. Гайка, Нубик, Хакер, мама мия, Людочка. Людочка, здравствуйте. Излагайте вообще, Людмила, чё кого? Так, Людмила, излагайте, чё кого? Так, охламончики, как у вас настрой? Короче, Ма, мы на космической станции, и в этой комнате за этим столом уже сидит предатель. И я уже знаю, кто это, мне сказал Хакер. А он скачал читы и уже знает исход игры. Я предполагаю не тянуть кота за хвост, и мы сливаем Ма. Все, Ма сливаем. В смысле, подожди, стоп, дай Людочке договорить, подожди. Что говорит? Она говорит. Ладно, шутка, игра начинается, и посмотрим, кто придет. Да я-то уже думал, что все. Ну ладно, игра начинается, Ма, погнали. Все, погнали. Не, ну вообще, Ма, Людочка не права, так что я за Ма. О, гайка, Ма, давай гайку сольем. Слушай, давай. Слушай, не знаю, это сложно, мне кажется, надо сливать Людку, потому что...
А в смысле сливать? А, ну да, мы же можем слить. Давай Людку сольем. Мне кажется, она слишком свирепела. Мне кажется, она вообще самая такая. Вообще так. Смотри, какая умная станция. Смотри, какая прикольная. Другая вообще. Очень красивая. Землю видно Майнкрафта. Земля в иллюминаторе. Земля. Ты где? Я потеряла, ты где? Ты вообще каким цветом? А, ты красный, господи. Ма, я красный. Ма, слева синий, справа красный, так я выгляжу опасно, срифовал опасный красный кросный. О, Людочка, Людочка. Идите сюда. Так, я пойду, отойду на секундочку, все. Да, все, Ма, давай, отходим. Людмила, вы где? Людмила! Ма, кого-то слили! Чё? Серьезно, уже? Да, Ма, уже. А ты где, Ма? Да, я иду. Ты вообще где вообще? Ма, ищем, кого слили. Ма, за тебя. А где вообще? Ма, я вижу. Подожди, так, все, ищем. Так, пойдем в ту сторону. Так, пошли. Мне кажется, где-то в той стороне кого-то слили. Ма, я не знаю. Мне кажется, крикнул шаги. Хакер. Ма, ну-ка. Что шаги? Так, шаги. Может быть, там кто-то сидит? Нет, там никого. Шаги. Ма! А, я нашла! Людочку слили! Это не я, я тебя. Ма, ты хотела Людочку слить, это по-любому ты. В смысле я? В смысле? Ну, ты сказала, сливаем Людочку. И чё? И чё, что? Так, всё, за стол голосования сливаем мама предатель. Чё? Ма, всё. Давай, что говорит Гаечка? Так, Гаечка, что ты скажешь? А так, ну, я не знаю, мне кажется, подозрительным Евген и Ма. Они на Людку рыпались и её сразу слили. Людка указала на Ма, по-любому Ма слила её. Я голосую, что Ма предатель. Ты чё? Не, Гаечка, красоточка моя, в прошлой серии ты была предателем, и ты была такой лапушкой, поэтому я тебе не верю. Да, на Май... Против тебя, снова. Да, за Май двор стреляем в упор, это не Ма, короче, всё. Так что всё, Ма не может быть. Так, Хакер, чё вы скажете? Итак, ну я же говорил, это Ма, сливаем её, я голосую за Ма. Ма, надо его сливать. В смысле? Вы меня сливаете, вы что, балдели меня сливать? Вы что? Вы что, мистер Хакер, Ма не может быть предателем, он нормальный игрок. Может быть, вы предатель, а? Ма, да? Слушай, я вообще держу в шоке. Так, погоди. Ну-ка, что говорит Нубик? Я Нубик, я мафия, не мирный игрок. Это я загасил Людочку или не я, я запутался. Ма, угарда, мама мия, а ваше слово? Я, как воспитанный джентльмен, укажу на Нубика. Он сам сознался, чё играть-то, сливаем Нуба. А Ма щедрая душа не могла. Она кексики мои ест, я её уважаю. Ма. Чё, да. Ух ты, мама мия, спасти мой. Так, короче, смотри. Ма, я голосую за Нуба, мама мия голосует за Нуба, ты тоже голосуй за Нуба, Нуба сольём. Всё, давай сливаем Нуба. Всё, сливаем Нуба. Нубик, пока. Всё, пока. Игру дома? Отмазали тебя. Ма, молодца, давай пятюню. Да я не мафия! В смысле, отмазали меня? А ищем, короче, кто может быть. Ну, мне кажется, все правильно. Нуба слили, он тем более сам сознался, да, Ма? Так, Нуба, кто голосовал? Ну, нет, подожди. Если слили Нуба, значит, он не мафия. Соответственно, мафия где-то здесь все еще бегает. Ма, это, ну подожди, если слили, нам сейчас надо просто подержаться, сейчас никого не сольют, то все. Ма, смотри, какие следы за нами остаются. Слышь, нифига мы тут наследили, смотри. Блин, капец, это Гайка или... Слушай, я подальше от них буду держаться, я вообще от всех буду подальше держаться. Ма, ну от меня-то подальше не держись, я-то это как бы нормальный. Мама мия, мама мия. Ой, я с вами буду ходить, мама мия, все, я с вами буду ходить. Все, мам, мы ходим, короче, с мама мия вообще. О, мама мия, байта. О, Ма, Гайка, следи за Гайкой, Ма. О, да, все, я буду следить за Гайкой, короче, все. Все, Ма, следи, короче, за Гайкой. Слежу за Гайкой, так, тихо. Так, Гайчика, ну что ты, куда ты там строить, что пошла, ну-ка, чинить пошла. Ма, вон что-то идет, здесь идет. Я тоже за Гайкой. Ма, следи за Гайкой, куда убежала? А, я ее потеряла из виду, слушай, Ма, она здесь, где я? Вот она, вот здесь, Ма, вот здесь, иди сюда. Где? Ма по центру карты, Ма по центру, она тут, вот, я рядом с ней бегу. Ма, красная, Ма, ты где? А, все, вижу. Я слежу за Гайкой, все, О, вижу, все. Все, давай, Ма. Вон, она, видишь, куда побежала? Давай, Ма, туда. Все, я слежу за ней, все. Ты следи за другими, давай. Ма, я слежу. Ма, куда вон, давай за ней. Все, бегу за Гайкой. Ма, кого-то слили! В смысле, где? Ма слили! Сейчас прям! Ма! Я посередине не стою, я вообще в жоке, что происходит, куда мне? Сейчас я к тебе чепнусь. Да, Ма, не надо телепортировать себя около тебя. Ма, видишь, около тебя все это время стоял. Так, кого-то гогнули, ищем кого.
Так, Ма, так, ищем, ищем. Хакер здесь. За гайкой я ходила, значит... Ма, это хакер, я видел его. Значит, слили маму Мию, что ли? Ну-ка. Ма, он здесь лежит. Ма, иди сюда. Сейчас, погоди. Ма, он здесь. О, господи. Я же здесь пробегала, погоди. Ма, и хакер здесь пробегал. А? Подожди, ты тут тоже пробегал. Ма, я бежал, короче, за хакером, я его не мог догнать. И он, видимо, здесь как-то меня обхитрил и бахнул. Ма, это... Голосуем, это хакер, подожди. Ма. Подожди, и гайка тут тоже бегает. Так, нет, за гайкой я следила. Так, ну-ка. Либо ты, либо хакер. Ма, да это хакер, я тебе говорю. Так, все, Ма, давай, погнали на стол переговоров. Ну. Ладно. Переговоров. Так, гаечка, так. Слушаем вашу версию. Гаечка, слушаем вашу версию. Я голосую за Ма. Уже тысячный раз. Это она предатель. Людка сразу сказала. Мама Мия тоже. Это она. Вы чё, хакер и Евген? Голосуйте за Ма. И все, игра закончится. За Ма не голосуйте. Подожди, гаечка, остынь, пожалуйста, моя гаечка. Иначе я тебя прикручу где-нибудь здесь, и ты тут останешься навсегда. В натуре вообще. Давай, Ма, поясняй ей. Я не буду ничего пояснять. Она точно не мафия, я за ней ходила. Получается, Ма, хакер. Не, Ма, Ма, я не могу быть, это хакер. Да почему ты не можешь быть? Все ты можешь быть. Ну-ка, Ма, голосуем за хакер. Знаешь почему, Ма? Потому что, смотри, я везде, короче, самая игра, с самого начала за тебя. Во-первых, если, Ма, вот если вы сейчас, не дай бог, за меня, короче, поголосуете, то вы сразу проиграете. Вот прикинь, я сейчас выбываю, и так, вы остаетесь вдвоем, короче. Ма, вы остаешься с хакером, мы уже знаем с тобой, что гайка невиновна. Ма, ты сейчас остаешься, смотри, хакером один на один, по сути. И знаешь, что произойдет, если ты меня сейчас сольешь? Если ты меня сейчас сливаешь, Ма, хакер сливает сразу же тебя, а потом и гайку, и игра заканчивается. Ма, и вы проиграли. Ты что, офигешь, что я так манипулирую? Ты что, да? Я пока не знаю. Ма, ну я же тебе говорю, ну смотри, Ма, вот если ты сейчас, реально, вот если сейчас за меня голосуешь, Ма, тебя вот, я тебе инфу сотку я даю, ты видела, сейчас... Я видела, как ты там пробегал, я просто бежала. Ма, да я за хакером бежал. Ма, вот сразу, хакер тебя тут же... Короче, Ма, ладно, голосуй, Ма. Сейчас сольет хакер, и я потом не говорю, что я вот так вот... Короче, ладно, ты за кого, против кого вернусь? Ма, я голосую, что мафия хакер, и сейчас, Ма, смотри, игра закончится. Все хорошо, тоже хакер, все, то все хакер тоже. Ма, вот. Че ты ржешь так? Ма, ну просто. Все, телепортируемся. Так, окей. Ма, блин, что-то игра не закончилась. Так, все понятно. Ма, да это гайка, Ма, это гайка, я тебе говорю. Гайка, ты опять за свое, ты была такой злюкой в начале, все. Ма, она как-то обхитрила. Ма, где она? Ма. Я не знаю, она куда-то ушла. Слушай, Ма, следи, что-то... короче, за ней, следи, короче, за гайкой. Подожди, я ее не могу найти. Подожди. Ма, я тоже ее не могу найти. Ма, да где она? Слушай, отойди от меня тоже, я тебя тоже боюсь. Ма, я 100% не мафия. Вот, Ма, вот да я тоже 100% не мафия. О, гайка. Ма, не подходи ко мне, тихо. Ма, да давайте обнимемся. Ма, давай селфи сделаем. Какой нафиг селфи, о чем ты говоришь? Селфи на луне, Ма, давай. Мафия хоть. Ладно, о. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ма. Ты чё чирикаешь, птичка? Так, ладно, короче, я не знаю, ребят. Мне страшно, я, короче, пойду, гайка! Пожалуйста, пожалуйста, прятаться. Я пошла прятаться. Мак, меня загасили! Чё, погоди, в смысле тебя загасили? А ты как разговариваешь тогда? Ма, я по рации. Пш-пш. Ма, прием, ты где там? Так, погоди, ты чё? Ма, я воскрес, пойдем гайку искать. Ма, я да ладно, загасили гайку, а пошли за стол переговоров. Вот она лежит, смотри, Ма. Ты чё меня дуришь? Ты чё, балдец? Ма, да вот она лежит. Ма, пошли какой за стол. Какой нафиг стол переговоров? Мы вдвоем тут остались. Ну да, Ма. Ма! Ты чё, офигел? Ма, смотри, чё у меня было всю игру. Ты чё, офигел? Ма, тебе советую бежать. Раз. Нет. Ма, так. Беги, пока не поздно, я хочу с тобой поиграть. Ма, нет, ребят, он был мафия, я все это время, я его защищал. Ма, я был все время, это мафия. Ма, пока. Все, дорогие друзья, вот так вот мафия побеждает. Ладно, Ма, круто, да, было? Да, очень весело, очень прикольно. Вот, все. Короче, дорогие друзья, вот такая вот была прикольная серия. Короче, я всех обыграл. Ма, круто, да? Да, вообще неожиданно, я прям в шоке просто. Короче, дорогие друзья, ставьте лайк.
А это, ребятушки, подписывайтесь на канал, если ждете еще продолжения, обязательно пишите в коммент, и всем пока-пока. Да, пишите комментарии, хотим еще, если будет таких комментариев много, то мы снимем четвертую часть про Аман Ас Ананас. Все, всем пока-пока. Всем покусики. Ну ты вообще обалдел. Мада, нормально же было, всех москильки я зарезали, скильки перерезали, скильки душ невинных загубил. Кошмар.